Так, самое главное поздороваться, понятно? Может, ты слышишь, что я не могу. Я кого-то на аудиторию говорю. Давай первый ты. Доброго времени суток, уважаемые поклонники YouTube. Сегодня наше первое видео, посвященное созданию замечательной фигурки под названием «Ромашечка». Маленькая такая миниатюрная красивая ромашка. Для этого нам понадобятся детские ножницы, вот насосик, вот такой вот насосик, да, и две шедемки. Кто не в курсе, что такое шедемки, такие длинные продолговатые шарики, вот, беленькие и зелененькие, да. А размер у них какой? 260. И маленький такой пипирочку, маленький такой шарик, размер у него какой? Ну, он очень маленький. Эти шарики можно брать не обязательно, чтобы это были именно конкретные шарики, да, вот, которые для надувания. Можно даже шарики для воды брать. То есть, таким образом, можете и сэкономить, и, в принципе, визуально никакой вы не потеряете красоты. Итак, мы начинаем создание шариков, из шариков фигурки. Так, и вот, мы сначала нужно их растянуть, растягиваем для того, чтобы они приобрели гибкость и эластичность, в результате чего они у вас не лопнут, вот, и аккуратно их начинаем качать. Так, мы их качаем. Самое главное, когда мы качаем, качаем без фанатизма, и мы должны оставить место. Так, значит, место у нас вот, получается, где-то мы вот столько-то вот должны будем оставить. Это где-то примерно 4 пальца, можно даже сказать 5 пальцев, да. Для чего это делается? Чтобы не было излишней перегрузки на камеру шарика, в результате чего шарик может просто лопнуть и перезагрузиться. Здесь мы тоже испускаем, вот. Вот здесь мы приспускаем, вот, то есть мы здесь приспускаем, да, 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 да. И вот мы делаем, начинаем собирать, да. Вот мы мнем его, как всегда, надо размять, обязательно нужно разминать, потому что воздух нужно немножко в сторону увести, чтобы можно было спокойно его закрутить. Значит, берем 5, на 4 пальца, можно даже на 5, вот, скручиваем, раз, два, скручиваем. Приспустили, опять, да, воздух убрали немножко в сторону туда, вот где вот мы свободу сделали, помните, да, вот мы показываем, значит, вот так, раз, два, три, четыре, вот, уже 4 у нас вот таких вот скрученных элемента, вот, так, да. так, пятый, смотри, 4, 5, так, за 6, да, ну, можете уже на глаз, либо прикладывая к соседним уже готовы, вы уже понимаете, какой у вас размер, да. Вот опять так, вот. Лишь. Да. Вот так. Вот мы вот так вот сделали, да? Вот так мы сделали. Вот, отлично. Вот теперь мы берем их. Завязываем. Завязываем мы что? Где мы завязываем? Первый и последний. Первый и последний мы завязываем. Первый и последний мы завязываем. Вот видите, вот он. Завязываем. Вот видите, как она. Раз. Вот. И вот так мы завязываем аккуратненько. Все спокойно, не спеша. Если первый раз не мыть, получается ничего страшного. Пальцы еще не привыкли, не окрепли. Вот, ни один шарик вы еще, конечно, лопнете. Вот, ни одну пачку, может быть, вы еще спустите. Ну, кто знает. Да, лишний мы спускаем обязательно. А лишний мы спустили какой? Который у нас вот торчал, да? Лишний, да. Да, вот торчал. И вот, получается, у нас должно быть раз, два, три, четыре, пять, шесть. У вас должно быть 6 вот таких вот сосисочек, да? Пусть будут сосисочки у нас. Итак, мы эти сосисочки берем. Я вот так начинаю, отсюда, вот. С первого. Вот, где завязали? Вот где мы завязали, вот отсюда мы берем и вот так вот хоп, загнули. Опа, пополам, да, и крутанули. Отлично. Да. Теперь берем следующую, да, сосисочку. Ничего разминать уже здесь не надо, потому что воздуху и так деваться некуда. Вот, да, туговато, ничего страшного. Да, вот опять загнули. Делаем туговато, ничего страшного. Раз. Да, ну ничего. Так делается, так всегда и делается. Именно ромашка в данном случае такая маленькая. Вот, но популярная ромашка. Значит, так, мы берем опять троп, загнули. И вот так все, каждый мы загибаем. Теперь мы уже можем видеть, что да. Да, опять тут также здесь расшириваем, потому что здесь у нас из кусочка, да, не получается, да? Нет, сначала одну сторону. Ага, вот мы одну делаем. Угу. И теперь я вот так положу, покажу. Вот так. Раз. И вторую переключить. Чтобы они не сдулись. Да. И они, чтобы не сдувались. Вот. А да. Там, где вот у нас раз, вот именно место, где какое-то. Место,
Вот, где можно специально для того, чтобы сюда вставить шарик. Да, вот сюда можно вставить шарик. Надуваем. Так, теперь берем мы это. Зеленый. Да, да, да. Вот лепесточки у нас готовы. Надуваем теперь зеленый. Также его как следует размяли. Заряжаем насосик наш и также качаем. Качаем его, качаем. Тоже место оставляем где-то 3-4 пальца, да? Вот у нас 3-4 пальца мы оставляем. Вот. Можно показать вот у нас. Вот, у меня 4 пальца получается. Вот мы берем. Чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Да. Угу. Здесь мы можем использовать его именно только ствол, а можем сделать лепестки. Да. То есть, но лепестки надо понимать, что лепесточки, если будем делать, он может ствол заламываться. Mm-hmm. То есть вы должны это учитывать. Мы можем в следующем видео вам обязательно это покажем. А сейчас мы продолжаем. Мы теперь берем этот маленький шарик и чуть-чуть надуваем. Достаточно двух оборотов. Да, двух оборотов. И вот теперь его прикладываем к лепесткам. Приклали его сюда, кверху. Да, обязательно. Вот мы видим, что по размеру он сочетается. Размер нас устраивает. Можем немножко приспустить. Если даже сдуем, опять можем надуть. То есть в этом ничего не страшного. Так, завязываем. Перезавязываем вот здесь. И завязываем вот там, как раз, где мы завязывали. А теперь лучше так. Если здесь есть дырочка. Да, если здесь есть дырочка, да. Вталкиваем ее вот сюда, вот в эту. Да, да, да. Можем туда воткнуть, а можем и сбоку вогнать. Ну, лучше так. Ну, тут уже можно два варианта. То есть, либо да, как удобней. Лучше, конечно, когда вот так вот ставите, да, и потому там, не там завяжете. Не каждый раз будет 6-дюймовый. Ну, с 5, получается, ты вставляешь сбоку. То есть, из 5 можно сделать, если 5 сосисочек сделать таких вот, да? Да. Вот. А если вот из 6, то уже, как говорится, все. Да, 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 да. И вот, вот так вот лучше делать, и уже без заморочек вот сюда, да. Угу. Вот, и вы берете вот так вот и завязываете. Лишнее. Да. Теперь, когда вы завязали, у вас может появиться лишнее. Слишком явные вот эти моменты аккуратненько удаляем. Вот, желательно детскими ножницами, а не менее иголки. И что? Немножко разминаем. А куда он делся? Так, вот он. А почему не подвязался? Давай еще раз. Ну ничего, это так, давайте там еще раз. Да. Подвяжем. Они могут подвязывать. Бывает такое, что не всегда подвязываются. Не совсем нам удобно. Все-таки приходится руки тянуть, чтобы в камеру попасть. Итак, мы вот еще раз вставляем. Подвязываем. Вот. Подвязали. Вот. И что нам не хватает? Да, вот мы подвязали, а нам не хватает что? Нам не хватает еще вот этих вот лепесточков, которые вот именно конкретно к самому, к самой ромашке, да, вот головки ромашки. Вот. Вот мы берем так, сжимаем их вот на манер сосисок. Вот мы сжимаем, вот смотрите еще раз. Раз. На 4 пальца. Да, на 4 пальца. Лучше на 4, чтобы они немножко меньше были, чем у ромашки. И вот так мы хоп-хоп и сжали. Вот мы сжимаем. Вот. Кручим. И вот. Раз, два, три. 30. Да, да, да. При этом, опять же, надо обратить внимание, что вы должны немножко помять, чтобы воздух выходил немножко в сторону. Потому что мы для чего мы оставляли? Видите, вот уже тут место-то уже почти не осталось. Как раз, чтобы оно куда-то могло деваться. Вот в данном случае, вот так оно куда-то девается. Вы помяли, помяли, помяли. Воздух туда немножко уходит, сжали. Вот так вот смяли и крутанули. Смяли, крутанули, смяли, крутанули. Итак, надеюсь, видео вам очень помогло, понравилось. Пишите свои замечания, ставьте лайки. Теперь, я надеюсь, вы можете без труда, а может для начала все-таки и с трудом, но сделать ромашку. Но следует опять же отметить, что все-таки данный процесс делается весьма и весьма вначале сложно, а потом в дальнейшем, когда вы нарабатываете, более, так сказать, более свои опыты, стаж, вы сможете без проблем сделать. Ну сейчас вот из-за того, что музыка сыграла, это видео потом вырежу. Нет, будет так, Ник, ты бери, это же он звонит. Значит, алло, алло. Здравствуйте. Угу, да-да-да, да-да-да, все верно. Нет, двигаться вам никуда не нужно. Вот, то есть, в принципе...